В культурной жизни нашего города появилась еще одна знаменательная дата. Каждый год 6 марта мы будем отмечать День Печеры. Об особенностях этого праздника расскажет наш корреспондент. Первый весенний месяц у Печерцы будет ассоциироваться не только с Международным женским днем. В начале марта мы будем праздновать День Печеры. Многие путают его со словом «печера». В чем отличие? Много лет назад на берегу нашей реки основалось племя людей – Печера. Их основным промыслом была охота, с которой они возвращались в начале весны. Именно поэтому праздник, посвященный памяти наших предков, решено отмечать 6 марта. Идея мероприятия появилась у главы ИЗЕЮ давно. Проект поддержал глава района Василий Торлопов. Он предложил сделать День Печеры традиционным праздником нашего города. Первое торжество пройдет недалеко от деревни Усть-Кожва, там, где был испечен рыбный пирог «Черенянь», попавший в Российскую книгу рекордов. Площадка у нас делится как бы на две основных, то есть основная игровая площадка на левую сторону от меня и вспомогательная, значит, где будет находиться сцена, будет привезен сизмы чум, разбит, будет военная палатка и полевая кухня. Кроме того, значит, будет подворье у нас на этом месте находиться и торговые ряды. Уличное празднество пройдет в три этапа. Первый – дефиле, смотр экипировки охотников. Второй – тропа препятствий. Охотники будут сражаться в ловкости и меткости. На третьем этапе каждый охотник представит свое подворье, то есть поселок или деревню. Зрители окунутся в атмосферу прошлого, увидят орудия труда, промысла, домашнюю утварь, продукты питания и дары леса. За победу в конкурсах будут присуждаться баллы. Победитель получит буран.